В Венесуэле в ходе многочисленных акций протеста оппозиции задержали почти 500 человек. В числе пострадавших 200 демонстрантов. Также есть информация о 6 погибших. Демонстрации в стране идут с начала апреля. Их спровоцировало решение Верховного суда ограничить власть Национальной ассамблеи. Впоследствии оно было отменено, но сторонники оппозиции все же вышли на улицы с требованием отставки судей.